Мявка. Привет. Мявка. Там, кстати, косточки от этих бесконечных абрикос лежат. Но я их не ем. Кстати, много есть их тоже нельзя. Хотя так они вкусные. Мявка. В общем, насобирала я вот столько ежевики. Даже не знаю, как вам показать. Сейчас буду ее трескать. Там, кстати, ежевики еще очень много. В принципе, ягоды поспевают каждый день. Делала фотографию ежевики с листочками. Сейчас уже наконец-таки ее помою и поем. Ты опять ко мне пришла? Мявка. Ходит и ходит за мной везде. Мявка. Что такое? Что такое? Очередная мышь. Я уже этих мышей каждый день вижу. Ну, прямо разыгрался. Кошка принесла мышку. Собирали вот столько кукурузки, целое ведерко практически, и буду чистить. Мне, кстати, очень нравится чистить кукурузу. Поставим варить. Не знаю, смогу я ее есть или нет, потому что даже третий день не начался, как мне удалили зуб мудрости. Пока еще побаливает немножечко. Ну и вроде как жесткую пищу есть нельзя. Ну, я, может быть, поем кукурузки чуть-чуть. Она, в принципе, сама по себе мягкая. Это сорт Бондюэль, она сладенькая такая, молодая кукурузка. Но кукурузу я очень люблю. И пока она есть, нужно ее кушать. Я какая-то вся растрёпана. Красивый цвет, да, у моря. Вышли с поезда. До поселка Горный Воздух.
купались на море. Море супер теплое, вообще не холодное. Нормально. У нас еще круг. Я его сама надула. Героически. Сегодня небольшие волны есть. Цунами. Почти. Да. Сегодня достаточно такие хорошие волны, как я люблю. Сейчас уже 12 дня. Сейчас мы пойдем домой, покушаем, отдохнем. Там чайки даже летают. Надеюсь, когда мы придем вечером, 4, тут еще волны будут. Такое море красивое. Когда море спокойное, я, кстати, не очень люблю, но как-то так скучно плавать. А когда волны, вообще очень классно. Ну, я думаю, многие так любят. Сегодня уже 5-й день, как мы отдыхаем.
Обана, обана, обана. Мы идем в дельфинарий. Да, дельфинарий номер один Ло. Да, мы сейчас купим билет. Один билет 500 рублей. А детский 300 вроде бы. Да? Не знаю. Бассейн. Может и нет. А может и нет. Может вам заплатить? А нет, детский тоже 500. Это дети до 5 лет бесплатно. Арсению можно знать. Да, его 2 года. 15 часов начала. А там что написано? Я не знаю, здесь вот написано серия, а он умер. Билет. Адрес. А мы уже посмотрели, там прикольное выступление. Сегодня 30 июля. Море наконец-то спокойнее. Потому что 2 дня были волны. Большие волны. В море плавали пчелы сегодня, и меня вот в это место ужалила пчела. Это как вообще? Но сейчас вот это место не красное уже. Да, оно заживет. Чуть-чуть опухшее, конечно. Ну ладно, заживет. Просто это первый раз, когда меня ужалила пчела. Никогда такого не было. Здесь народу, конечно, гораздо больше. Но мы все время отдыхали там. Дальше. С правой стороны пляжа. И там народу гораздо меньше. Здесь, конечно, много. Я здесь никогда лежать не стала. Мы идем наконец-таки в аквапарк. Надеюсь, там народу будет немного, и можно будет нормально поплавать. Зеленая горка. Да? Что, ее перекрасили? О, я вижу, кто-то с зеленой горки скатился. Аквапарк. По-моему, единственный аквапарк, который сейчас в конце июля работает. Сколько я знаю, остальные аквапарки, но более такие крупные, как в Геленджике, например, они закрыты.
купаемся. В синей горке я кататься не буду, которая закрытая. Я такое не люблю. А красная такая спиралью, классная горка, желтая и зеленая. Купаемся в аквапарке, уже полтора часа наплавались, нанырялись, но здесь реально очень классно. Еще у нас полтора часа осталось, потом пойдем кушать, потом опять на море пойдем, и потом мы уже уезжаем. Да, да, давай. Да. А, там наверху две горки побольше. Одна закрытая, синяя, и красная. Тут все время народ.